Я пришла вакцинироваться, потому что считаю, что должна как бы заботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких. Конечно, возможно, мне не даст 100% гарантии прививку, но я думаю, что поможет избежать тяжелых последствий, если в случае, допустим, болезни. Вся семья практически переболела. Знаю какие-то тяжелые последствия после этой болезни. До сих пор у меня супруга очень тяжело болеет. Поэтому советую всем сделать прививку, чтобы не болеть, чтобы обезопасить себя и близких своих.